Компания Mitsubishi Motors была отмечена золотым пегасом старейшей национальной автомобильной премии России «Гран-при журнала «За рулем». Приз японской компании достался за верность традициям, которые марка воплотила в модели Eclipse Cross, а оценивала автомобили самое взыскательное жюри – эксперты журнала «За рулем». Думаю, почитатели кроссовера Eclipse Cross влюблены в первую очередь в его дизайн. Это одна из наших сильных сторон, которую сложно не заметить. И неважно, где вы выбираете машину – в Японии или в Америке. В редакции журнала «За рулем» отметили, что этот приз также подчеркивает неутомимое стремление Mitsubishi удерживать когда-то заданную планку и выпускать отлично приспособленные к российским дорогам полноприводные автомобили. Eclipse Cross – яркий пример. Модель оснащена эволюционной системой полного привода. Всего за год показала один из лучших результатов по динамике продаж. Премия, в которой участвуют новинки прошлого года, состоялась уже в 24-й раз. Голосующие традиционно опирались на три критерия – технику, дизайн и практичность. А Гран-при «За рулем» принципиально отличается от большинства других премий тем, что мы собираем голоса читателей. И читатели голосуют за те автомобили, которые им нравятся. Понятное дело, что это чуть-чуть, наверное, голосование за автомобиль мечты. Люди всегда тянутся вверх, хотят чуть большего, чуть более быстрого, мощного, более красивого. Но все равно эти итоги нашего голосования очень часто коррелируются с рыночными итогами. Получив очередную награду, Mitsubishi не думает почивать на лаврах. Нынешний девиз нашей компании – Drive Your Ambitions. Это явное обозначение вектора направления развития Mitsubishi в плане драйверских способностей наших автомобилей, особенно это касается SUV, а также их динамики. Такой подход как нельзя лучше демонстрирует верность традициям и, в частности, японской философии о непрерывном совершенствовании.